Телекомпания «Одинцово» уже более 15 лет предоставляет услуги кабельного телевидения и интернета в городе Одинцово и районе. Сегодня сеть ТРК охватывает 2500 многоквартирных домов. Услугами компании пользуются более 270 тысяч жителей. О преимуществах предприятия перед другими операторами связи рассказывает Ольга Щербакова, заместитель начальника коммерческого отдела телерадиокомпании «Одинцово». В настоящее время мы активно работаем над развитием нашей сети в новостройках. Подключены практически все новые жилые комплексы, такие как Давинчи, Одинбург, ЖК Успенская, Одинцовский парк. В новостройках мы предлагаем наши выгодные пакетные тарифы. Высокоскоростной интернет плюс телевидение, кабельное аналоговое и цифровое. Подключение пакетных тарифов позволяет вам сэкономить на абонентской плате. Недавно ТРК запустили обновленную линейку тарифных планов на интернет с абонентской платой от 250 рублей в месяц. Для новых абонентов действует постоянная акция – 3 месяца бесплатного интернета на скорости до 100 мегабит в секунду. Также мы не забываем про абонентов, которые давно с нами. В июне мы снизили стоимость базового пакета цифрового телевидения. И теперь смотреть 100 каналов цифрового ТВ вы можете всего за 200 рублей в месяц. К основным преимуществам нашего сервиса, помимо высокой надежности и качества предоставляемых услуг, можно отнести скорость реагирования на все пожелания и обращения абонентов, удобство оплаты, а также наличие офиса продаж в центре Одинцово, куда можно прийти и лично пообщаться с сотрудниками абонентского отдела.